В этот раз у нас сломался шатун. Значит, прокат велосипедов. Велосипед сдается в прокат. Видно, что был удар. И шатун немножечко отогнуло. И буквально на следующий день, соответственно, ну это же не видно внутри, что так шатун стоит, с той стороны не заглянешь, не посмотришь. На следующий день человек поехал кататься, катался целый день, и под вечер на обратном пути у него шатун отлетел. То есть, видите, да, вот это свежее повреждение, а вот это вот повреждение такое, ну, какое-то давнишнее, но не слишком давнее, потому что ржавчина совсем мало, совсем свежая она. Просто отвалился. Человек на нем прыгал, конечно, очень хорошо на нем катался. И вот произошел вот такой вот удар об раму. Здесь звездочки тоже поцарапали. Ну, в общем, короче, есть проблемка с эксплуатацией дешевых велосипедов и дешевых шатунов. Но шатун этот служил 2,5 года. Ни резьбу не срывало, ничего. То есть все было нормально. Вот еще педаль, кстати, лопнула. То есть 2,5 года велосипед работал, и в какой-то внезапный момент, видимо, после какого-то сильного удара, его как-то вот так вот начало ломать. Так что есть проблемы с ремонтом и обслуживанием прокатных велосипедов.